Дорогие друзья, добрый вечер. Это «Век абсурда», и в гостях у меня сегодня необычный человек. Как вас называют, это миллионер, продавший свой Феррари, но в рамках, опять же, нашей республики. Это Геннадий Шатов. Здравствуйте. Здравствуйте, Инесса. Как вы можете прокомментировать вот это вот определение вас? Ну что, я его сегодня первый раз услышал, мне понравилось, и я готов его приобрести. Феррари? Нет. Определение меня. Вы все-таки тот человек, который кардинально в какой-то момент изменил свой образ жизни. Многие вас знают как просто путешественники, многие вас знают как байкера, что очень тоже такое неоднозначное понятие, потому что байкеры — это какие-то люди зла, воплощение зла, какой-то полной беспорядочной жизни, это грязь, это разврат, это вот все что-то очень несопоставимое с духовными практиками. Еще вас интерпретируют так, как вы человек, который развивающийся, человек, который много изучает, познает и пропускает через себя. Вы себя как ассоциируете? Вы кто? Каждый человек имеет много лиц. Для вас я могу надеть одно. Для этого молодого человека другое, для матери третье, для дочери четвертое и так далее. Поэтому сказать однозначно, наверное, нельзя. Пожалуй, для каждого человека я как-то по-своему смотрюсь, да? Совсем по-другому я вижу сам себя. Как вы себя видите? Наедине с собой, дома, перед зеркалом. Кто вы? Прямо в глубине, да? Да, в самой-самой глубине. Сам, да. Глубже некуда. Ну, может, и есть. Еще не проверяли. В глубине я ученик. Я ощущаю себя маленьким ребенком, который делает первые шаги в этой жизни. Это достаточно странно слышать многим людям. И многие люди воспринимают меня как человека, имеющего за спиной огромный опыт, какое-то большое количество событий, впечатлений, испытаний. И по отношению к их жизни, вполне возможно, это действительно так. Но по отношению к тому, что способен испытать любой человек, что он может в себе открыть, что он может познать, я самый обыкновенный ученик. Я учусь у жизни, учусь у вас, учусь у всех. И это позволяет сделать мою жизнь максимально наполненной, максимально яркой, сочной, страстной. Вас обижают, когда вас, определяя под званием, наделяя этим званием байкера, говорят о том, что ну, с этими людьми не стоит, в принципе, общаться. То есть, какие духовные практики, и где байкеры, и где духовные практики? Нет, не обижают, потому что я не обижаюсь вообще. Вас трудно задеть, ранить и по-настоящему зацепить за живое что-то? Я так думаю, что невозможно. Почему? Ну, потому что обида... Вы же не робот, вы же обычный человек. Я обычный, но я просто понял природу обиды. Человек, который обижается, он делает вред, величайший вред наносит самому себе. То есть обида – это препятствие развитию. То есть если ты обиделся, значит, ты считаешь, что причина твоей проблемы, она где-то вне. А все причины, они внутри нас. Поэтому лет 10 назад я это осознал, и с тех пор тренируюсь не обижаться никогда в принципе. Меня может что-то огорчать? Ну, там, печалить. Но обижаться – это очень глупо просто. Что может заставить состоявшегося человека, бизнесмена, продать все и отправиться по миру, просто познавать этот мир? Ну, обычно мужчины – это материалисты, да? Они строят свой вот этот материальный мир, они держатся за него. А вас говорят, что вы в один день просто все вот так вот все раздали, продали и уехали. Что может заставить? Что может заставить и что именно вас заставило так поступить? И может, и заставило в данном случае ответ один. Цель. Какая?
А вы искренне отвечаете вообще ну, в если жизни? бы я отвечал не искренне, то я бы сейчас не задумался. Я бы обязательно сказал что-нибудь поверхностное, но мне захотелось вам ответить очень так правильно, очень глубоко. Какая цель? Однажды человек приходит к моменту, когда значительных целей в его жизни нет. Ну вот просто нет, кончились цели. То есть все достигнуто, все есть. Нет, не все достигнуто. А те цели, которые мы ставили в молодости, они перестают нас интересовать. Даже что-то достигнуто, а что-то шел-шел, не достиг, но уже не волнует. Этот период называется серединой жизни, да, у Данте земную жизнь, пройдя до середины, да. Так вот, примерно так я подошел к середине своей жизни и встал перед целью обрести цель, обрести главную цель жизни. И вот с этой задачей, с этой целью я вышел в путешествие, продал все и решил изменить жизнь. Вы сейчас путешествуете из тех запасов, капиталов, которые у вас вот за счет этой продажи всего, вы продали? Нет, все, я давным-давно все потратил. Потратил, да, все, что заработал. И сейчас я путешествую на то, на те деньги, которые зарабатываю. Вы как-то упомянули то, что вы пытаетесь людей избавить от глупости или помочь лечу им от глупости. Или, это да. Главная болезнь человека. Объясните вот мне вот этот вот момент. Какой? Как можно лечить? Почему вы, во-первых, у меня несколько вопросов Давай. На эту тему. Почему, во-первых, возомнили себя правым лечить от глупости? Во-вторых, что такое в вашем понимании человеческая глупость? И в-третьих, можно ли в принципе человечество избавить от глупостей? Давайте пока на трех остановимся. Давайте. Ну, давайте определим, что такое глупость. Да. Как вы думаете? Вы мне скажите, Хорошо. У меня свое видение. Окей. Хорошо, глупость – это неведение, умноженное на упрямство. Мало того, что мы не знаем, еще и качественно упираемся в своем неведении. То есть такие ослы, которые не ведают, Безусловно. Куда Безусловно. Идут и идут в пропасть. Конечно. То есть продукт глупости какой? Страдания. Да. А страдания, сделанные в первый раз, это ошибка, это проба. Это не глупость. Это опыт. Это особенность нашей жизни. Мы не можем знать все. А вот когда мы что-то познали, а потом все равно делаем то же самое, это и есть глупость. И лечить от глупости – это обучать людей, помогать людям, раскрывать какие-то моменты в жизни, которые тебе уже известны. И любой человек является врачом от глупости для тех людей, кто еще этот опыт не испытал. То Но есть смотрите, я это ваш личный опыт, правильно? Как вы можете на основе своего личного опыта, да. допустим, мне советовать что-либо? Ну, я иду по улице, вас встречаю, здрасте, здрасте, вы куда? Я в магазин, в какой? В элементару. Я уже там был, он закрыт. Угу. Ну, все просто угу. в действительности. То есть я вам помог. Да. Я просто знаю, обладаю какой-то информацией, я этой информацией могу поделиться. Тот человек, который знает и не делится, он зол. Угу. А тот человек, который знает и делится, он добр. Вот все. Вы как относитесь к пониманию вообще добра и зла? Вы верите в эти понятия ангелы, демоны, бог и дьявол, добро, зло? Ой, вы смешали очень много позиций. Давайте сначала. Давайте, да, добро и зло. Я не верю, я знаю. Что знаете? Что оно есть, и добро, и зло. А это категоричное мышление двухмерного пространства, или это внутреннее состояние познания этого мира, ну, собственно, Ой, как сложно закрутили. Давайте проще. Зритель нас не поймет. Вы просто так мозгом своим решили, что есть, опять же, основываясь на каком-то опыте, вы просто увидите, что этот человек, он, не знаю, раздавил собаку на дороге и проехал мимо. Вот он изначально уже злой, то есть у него ничего не защемило внутри, значит, он наделен какими-то жестокими качествами. Или там помог перевести бабушку через дорогу, и вот он добродетель.
добродетель, он все равно совершает какие-то добрые поступки. Или вы внутренние... Стоп. Давайте по порядку отвечать. Вы говорите о суждении, о другом человеке, да. Правильно? Да. Я стараюсь эти суждения не делать. Я ищу зло и добро внутри себя. И внутри себя оцениваю, что оно во мне есть, и то, и другое. И мой жизненный путь от зла к добру, а не наоборот. Деньги какое место занимают в вашей жизни? Третью часть. Добро можно купить за деньги? Добро – это и есть деньги. Это и есть деньги. Ну, давайте поподробнее. Ну, да что тут, в древнем русском языке, когда говорили, о, ты стал такой добрый, в смысле поправился. Поправился, подобрел. Поправился, вы имеете в виду, физически набрал массу тела. Да, да. Или, например, ушел в поход, пришел с добром. Две арбы добра привез с собой. То есть материальное благосостояние – это добро. У вас есть семья? К примеру. Есть. Ну, у меня есть дети, но сейчас я одинок. У меня был такой вопрос, опять же, даже, наверное, не мой личный, а вычитанный, увиденный, как комментируют таких людей, которые развиваются, но они при этом не имеют семьи. Вы как можете покомментировать факт развития духовного и, опять же, умственного, морального, ментального, с тем, что человек не способен удержать семью или создать семью в нормальном смысле, то есть в благополучном, чтобы эта семья была полноценной, развивающейся, долгой, настоящей. В чем смысл духовных практик, если нет вот этого вот древа семейного, собственного, созданного, взросшенного? О, какой большой пласт вы подняли. Я однозначно не смогу на него, наверное, ответить. Давайте как-то разделим или поменяем вопрос. Давайте. Ну, прям это целое будет, там, сейчас будем обсуждать эту тему так, минут на 30. Ну вот, вот вы попроще. Как правильно сформулировать так, чтобы никого не ранить? А вы меня уж точно не обижайте, не обидите. Семья распадается, человек занимается духовными практиками. Она распадается из-за того, что он уходит в немножечко другой мир. Она из-за этого распадается. Сейчас я попробую рассказать, что я думаю по этому поводу. Семья создается по любви и для там, каких-то определенных целей. Она состоит в первую очередь из двух влюбленных друг друга людей. И в момент создания семьи их цели и задачи совпадают. Но скорость развития каждого из половинок этого союза могут сильно отличаться. Кто-то развивается с одной скоростью, кто-то за ним банально не успевает. И однажды расстояние между двумя людьми становится столь большим, что притяжение между ними теряется. Вот это расстояние было... Вы были причиной того, что вы отстали от своего спутника, партнера или ваш партнер? А, наверное, это не мне судить, кто там отстал, кто кого опередил. Важен факт, что, безусловно, наши интересы разошлись. То ли это было из-за прогресса, у кого-то он больше, у кого-то меньше, или сами цели теперь стали противоположными. Важно другое, что произошла смена интересов, смена ценностей. И вот эта смена ценностей была причиной того, что мы решили расстаться. Расстались с друзьями, уважая друг друга, воспитывая детей. И я считаю, что очень уместно сказать здесь слова моего друга, поэта Ивана Ремпинского. Каждой любви, большой или малой, отпущен свой срок. Очень замечательная фраза. Да, красиво. Мы с вами вот затронули глупость. Вы считаете эту ситуацию глупостью? Я считаю, что если человек не думает о себе как о глупце, у него большие проблемы с самомнением. Если он все время думает о себе как о человеке достаточно глупом,
в котором есть упрямство, есть эмоции, есть гонор, есть гордыня, есть море ошибок и заблуждений, то тогда он способен это в себе найти, искоренить и более не наступать на эту швабру. Но вот вы ушли из мира материальности, да? Нет. Вы, с чего это вы зарабатываете, у вас есть доход. У меня много денег. Доход. И у вас много денег. Я очень дорогой психолог. Мне один из моих студентов вот именно такую фразу сказал. Я бы очень хотела там получить то или иное, иную практику, но вы очень дорогой психолог. То есть вы сейчас не шутите, вы действительно, вы предоставляете какие-то услуги, помощь за определенную плату. Да, эта плата очень дорогая. Прям пипец какая дорогая. С чем это связано? С тем, что вот вы себя сами, вы свои знания, свои умения, свой опыт вы оцениваете вот настолько, как вы говорите, дорого? Это не такое самомнение? Или все-таки вы понимаете, что за любые знания нужно соответствующую плату получать? А я так думаю, что это комплекс. У кого? Здесь комплекс факторов. Угу. Что есть и энергетические затраты, и временные затраты, и опыт, и выгода, которую человек получает после этой помощи. И все это вместе дает именно вот такой эффект. А если учесть, что мой принцип, что люди платят после получения положительного результата, то тогда нет такого понятия, как дорого. Дорого это как... То есть к вам, когда приходишь, вам не денежку сразу не отдаешь, все, что есть, квартира, машина, деньги? Ни в коем случае. Более того, сначала обучение, сначала польза, потом оценка человеком этой пользы, и если эта польза состоялась, тогда вы уже берете. Вот тогда человек платит мне эти деньги. Если у человека нет денег, но он очень сильно хочет познать вот что-то, кого-то. Есть три способа оплаты. Всегда. Деньги, труд и вдохновение. Угу. Человек может меня вдохновить. Вот тут очень такое, тут можно по-разному понимать. Как может вас вдохновить человек? Да легко. Ну вот что нужно сделать? Вдохновение – это некий внутренний импульс, который побуждает человека совершать подвиг. Например. Ну, девушка вас вдохновить может, легко. Да? Легко. Но когда девушка... парень меня вдохновляет, обычный человек, у которого сильнейшая депрессия. Вот у меня был такой случай. Парень связывается со мной на Фейсбуке из Одессы и рассказывает о том, как ему тяжело. Я вижу, что помочь вообще не представляется большого труда. Сажусь на мотоцикл и еду. А у него ни денег, ну ничего. И вот он платит за консультацию одну чашку кофе. Я трачу по большому счету целый день. Это примерно там 500 тысяч евро обычные расценки мои. Но я... Ничего себе! А что тут 1500 удивительно? Евро вы... за день? Ну да. Какой вы очень дорогой психолог. Думаете? Да. Я вам заварю кофе, если вы не против. Нет, не против. Ваша ценность, вот ваша ценность. Так вот, я закончу. То есть я приезжал, тратил на него целый свой рабочий день, он платил мне одной чашкой кофе, и я уезжал обратно, тратя и свои деньги, и свое время, но я был вдохновлен. Вот тем, той формой, которой он воспринимал эти знания, теми успехами, которые у него были, тем, той помощью, которую я оказывал. То есть все вместе это было похоже на посадку зерна в благоприятную землю. И вот когда человек это делает, то происходит вот эта яркая удовлетворенность. То есть вы почувствовали, что он впитывает ту информацию? Да, моральная удовлетворенность. Поэтому можно вдохновить, можно потрудиться. Вот человек говорит, у меня нет денег. Я говорю, ну вон огород, иди копай. То есть ты должен понять, что знания обязательно получаются в обмен за что-то. И не все оценивается в деньгах. Вы как, вот в обмен на что вы получили ваше знание? Или получаете? Вот вы что вкладываете в этот мир? Я вкладывал боль,
страдания, шишки, потери, деньги. Я за свои знания заплатил порядка полумиллиона долларов. Кому? Куда? Во что? В обучение. Ну, вот когда человек говорит, я вот научился, вот он заплатил там за институт, за курсы, за практики, за семинары, то есть все вместе. Вот я заплатил порядка полумиллиона долларов за свои знания вот и продолжаю платить. Это какие-то учителя вам встречаются? Учителя встречаются. Это то, что мы говорили до эфира, да, секты. Очень многие определенные формирования называют сектами. Вот как вы относитесь? Вы в сектах не состоите, насколько я понимаю. Я просто вас просил дать определение секты. У меня довольно расплывчатое, если честно, понимание. Давайте мы одно примем, и тогда мы будем говорить на одном языке. То есть это какое-то фанатичное направление в чем-то куда-то, и в основном те люди, которые, так скажем, их окрестили вот этой вот сектантской жизнью, они довольно-таки агрессивны ко всем другим, любым другим проявлениям. То есть если я состою в секте баптистов, грубо говоря, я не хочу сейчас обидеть никого, то я ни в коем случае не приемлю мусульман, не знаю, буддистов и так далее, кришнаидов. И не просто не приемлю, а я говорю, что они не от мира сего, они не от дьявола и так далее. То есть вы не состоите в каких-то таких вот формированиях, Сейчас. Под ваше определение просто попадают все религии. Да. Поэтому... Это не мое определение, случае. Это вот то, что можно вычитать элементарно, войти в Википедию, секта и так далее. Я хочу сказать, что христианство или ислам не является в понимании, в общепринятом понимании, сектой. Но почему же ваше Иисус, определение... когда начинал свой путь, он был, его вот этот вот путь, он был сектой. Да, это была секта. Я говорю, что сейчас мы не говорим о христианстве как о секте. Сейчас нет. Но 2000 лет назад мы говорили об этом. Не мы, а наши предшественники. Homo sapiens. Мне трудно отвечать на вопрос, когда я не понимаю, что такое секта. То есть вы, в принципе, это определение для себя не... Оно вам не ведомо. Ведомо, но я не знаю... Может быть, вы боитесь, как и многие сектанты, отвечать на вопрос про секты, потому что отвечать, так скажем, то, что уже под собой несет какой-то негатив. Раньше секта не несла. Кстати, раньше секты не были наполнены каким-то прям негативом, как сейчас. Сейчас это прям отторжение идет. У меня нет отрицания ни к одной религии мира. Угу. Поэтому мои взгляды уж точно нельзя назвать сектантскими. Угу. По вашему определению. Мудрость не может отрицать. Угу. Если мудрость отрицает, то она перестает быть мудростью, как таковая, угу, по определению. А я перед мудростью преклоняюсь. Это то, к чему я все время стремлюсь. И отказываться от чего-то, разделять мир на две части и говорить, это правильно, а вот это неправильно, и не познавать вот это неправильное, ну, для меня слишком ограничено. По поводу сект, даже не знаю, что вам сказать. У меня есть студенты-сектанты, есть буддисты, есть мусульмане, есть христиане. Я их люблю в равной степени. Для меня нет никакой разницы, человек в секте или нет. То есть вам не важно, в каких заблуждениях пребывает человек? А это не заблуждение. Кто сказал, что это заблуждение? Но нет какого-то единого понимание этого мира, потому что любая религия, она все равно перетягивает одеяло, так скажем, на себя, и там свои законы, свое видение этого мира. Свое видение, и что? Это не отвлекает от познания той сути, если вы говорите о том, что есть определенная суть вещей. А я вам такую иллюстрацию дам. Представим себе гору, ну там вулкан Фудзияма, допустим, да? Так вот, на вершину можно подняться с любой из сторон. Правильно? Вот каждый путь на вершину – это одна из религий, или одна из сект, или одно из течений каких-то философских или научных.
Но на вершину придем все мы в равной степени, вне зависимости путем христианства, мусульманства, ислама, буддизма, классической науки или путем страданий. Вот вообще нет никакой разницы. Мы все будем там, на вершине мира, мы познаем потустороннее существование, никто не останется в этом мире, мы все уйдем туда, и как бы говорить о том, что вот этот путь лучше, а этот хуже, я вот стоя на своем пути приду в Царство Божье, а вот ты не придешь, это мне видится достаточно ограниченным взглядом. И мой опыт говорит как раз именно о противоположном. Я прикасался и к одному пути, и ко второму, и третьему. И лично мой опыт говорит о том, что по каждому из них можно прийти к превосходному состоянию. То есть кто-то его называет Богом, кто-то называет его Абсолютом, кто-то бессмертием, как угодно это можно называть. Но важно, что по любому пути можно прийти вот в рай или там какое-то превосходное состояние. Спасибо. Мы немножечко прервемся на пару минут на рекламу и обязательно вернемся в век абсурда. Договорились. Мы вернулись с нашей рекламы и продолжим. Давайте перейдем к тому, что вы сказали, что в жизни очень важно иметь цель. Вот ваша цель, она какая? Ну, вы спросили меня сначала, счастлив ли я. Да, но это было за кадром. Подождите, сейчас я и к этому вопросу тоже вернусь. Наверное, наоборот, сначала. Человек счастлив, потому что он имеет цель. У него есть цель, да. Человек не может быть счастливым, не имея цели. Бесцельная, бессмысленная жизнь не может быть счастливой по определению. Поэтому детки очень часто счастливы, потому что у них всегда есть цели. Они мечтают об игрушке, они мечтают о том, чтобы их из детского садика забрали побыстрее, они мечтают поехать на рыбалку с батей, ну и так далее. Да? Так вот, невероятно важно, крайне важно человеку для того, чтобы он был счастлив, иметь цель. Ваша цель? Моя цель, главная цель, я так понимаю, да, вы спрашиваете? Да. Главная цель жизни, она есть у каждого человека. Но все люди делятся на две категории. Одни знают свою главную цель жизни, другие не знают. Главная цель жизни – она имеет две стороны, подобно листку бумаги. Одна внутренняя, другая внешняя. Одна формальная, другая идейная, смысловая. Вот смысловую рассказывать нельзя, не надо. Ну, в смысле, рассказывать можно, но ее никто не поймет. Определение, внутреннее определение своей главной цели – оно понятно только самому тебе человеку. Тебе самому, да, да. Совершенно верно. А вот внешне, во что облечена эта цель, это можно объявить, показать, рассказать. Вот у меня главная цель жизни, да, научить 20 миллионов людей целесообразной жизни. То есть сделать 20 миллионов человек счастливыми. Вот это моя главная цель жизни. А вот я вас спросила насчет того, что если, опять же, нету финансов, вы учите тому, как зарабатывать денег? В том числе. Невозможно быть умным человеком, будучи бедным человеком. Как интересно. Так все просто. То есть все гениальные люди, которые были и умерли в нищете, они были глупыми людьми? Давайте я задам сначала наводящий вопрос, а вы сами ответите. Давайте. Быть бедным умно? Нет. Тогда вы сами ответили на свой вопрос. А как научиться тогда? Я вам сейчас задам вопрос другой.
учитывая реалии современного мира, где мир безумно материализован, где, к сожалению, пробиваются не самые порядочные, честные, благородные люди, а ты не приспособлен к каким-то ходьбе по головам, к примеру, ты не способен где-то слукавить, где-то обмануть, где-то приврать, где-то откровенно подставить и передать. Ты не способен. Ты способен, допустим, честным путем зарабатывать свои $300, но $300 тебе не позволят прям шиковать и путешествовать по всему миру, обучаться, платить полтора или полмиллиона долларов за обучение. Но ты не глуп. Ты просто, может быть, не совсем свинья по жизни, по натуре, и не совсем подлец? Ох, Инесса, вы такие эпитеты применяете, что я даже не знаю, что вам сказать. Вы можете меня так поставить на место своими эпитетами. Вы категоричны слишком. У меня совсем другое понимание мира. А вот объясните. У меня все люди добрые, хорошие, порядочные. Но немножечко, если они не имеют полмиллиона долларов, то они немножечко дураки. Но так получается, исходя из того, что вы сказали. Смотрите, все люди дураки. Нужно это понимать. Поэтому это смириться. Смириться. Глупцы, дураки, люди несведущие, ограниченные, я в том числе, вы. Ну вот абсолютно все. Поэтому не стоит воспринимать это как негатив. Да, я это не воспринимаю как оскорбление, да или принижение значимости определенных особей человеческих. Конечно. Но вот если мы говорим про финансовую сторону, вот вы же сами сказали. Так вот, мы все дураки. Глупость. Да. И но кто-то богатый дурак, кто-то бедный дурак. Кто-то богатый дурак, кто-то бедный дурак. Если вы хотите понять принципы зарабатывания денег в частности, то тут реклама. Приходите на мои занятия. У меня есть специальное занятие о природе денег. Это независимо, давайте я уточню, это независимо от того, какого ты возраста и пола, потому что мужчины, не зависит ни женщины от возраста, ни пола, ни вероисповедания, ни от чего. Люди не знают природы денег. Угу. Как рождаются деньги, откуда они берутся. То есть давайте сейчас подытожим. Любой человек способен быть богатым? Богатый человек uh-huh. может стать богаче, uh-huh. бедный стать богатым. Бедный может то стать богатым. То есть вы сейчас, раз это реклама, подождите, то вы гарантируете, что придя на ваше занятие, человек, если, естественно, он захочет действительно понять, впитать и пропустить через себя эту информацию, вы гарантируете, что после этого он будет зарабатывать в разы больше, и он научится правильно управлять своими финансами и привлекать сейчас эти финансы. Сейчас я правильно отвечу. Зарабатывание денег – это не секрет. Знаешь секрет – и все. Нет. Это навык, это мастерство. Угу. То есть нельзя стать боксером, показав 6 ударов. В боксе всего 6 ударов. Нельзя стать боксером. Нужно развивать это мастерство применения. Так вот, на моих занятиях люди понимают природу, что нужно развивать, как развивать, какие моменты в себе раскрывать. И если человек берет эти правила, применяет, я гарантирую ему увеличение его материальных. Вы можете назвать 5 или 3, давайте как вам будет проще. Да. Вот каких-то, может быть, какая проявленность характера должна быть у успешного человека, вот чтобы он, вы гарантируете, что вот эти типажи, они обязательно будут обеспеченными или они уже обеспечены? Вот да я одно качество, любое, любой типаж. В человеке любое качество может его привести к финансам? Нет, любой типаж человека. Но какими качествами он должен быть наделен? Любыми качествами. То есть, абсолютно любыми. Не так, неправильно я ответил. Каждый человек наделен качествами, необходимыми для зарабатывания денег. Ну какие это качества? Какие-то качества.
Вот давайте так, мы так, это все хорошо. Так, могут нас обвинить в том, что мы занимаемся демагогией, и вот мы хорошо. Ничего не конкретизируем. Три части необходимо иметь человеку для зарабатывания денег. Это правильные цели, это возможности, проявленные возможности, проявить в себе возможности. И небольшая, ничтожно малая часть дисциплины. Вот эти три качества есть абсолютно у всех людей. А я лишь только даю способ применения этих трех качеств. Ну вот смотрите, тут опять же правильная цель. С дисциплиной более-менее понятно. А с возможностями много вопросов, а с целями вообще ничего не ясно, расплывчато, потому что вы сказали иметь правильные цели. Но у каждого цели приходите могут быть ко мне свои. На занятия, будете иметь правильные цели. То есть вот так вот. Правильные цели – это цели, которые могут быть достигнуты и внутри себя несут необходимое вам удовлетворение. То есть правильная цель – это та цель, которая тебя внутри абсолютно гармонизирует. И которую ты способен достичь. Если она очень хорошая, замечательная, вдохновляющая, но вы ее не способны достичь, это неправильная цель. Если вы способны достичь цель, но в ней нет удовлетворенности, разве не бывает с человеком такой ситуации? Шел, достиг, блин, пустота. С вами бывает? Бывает. И со мной бывало. Так вот, поставить правильные цели, проверить их, убедиться в том, что они стоят того, чтобы к ним идти, необходимое качество, необходимое условие. И такой целью может быть увеличение благосостояния, финансовое благосостояние. Если человек готов на все ради денег, это ради цели. А если деньги и есть цель, это правильная цель? Да, конечно. Это правильная цель? Любая цель правильная. Любая цель может быть правильной. Правильно поставленная, правильно преследуемая. Любая. Почему вы не пошли в политику? Там у вас было бы больше возможностей повлиять на большее количество людей другими способами. А я влияю на политиков. Какое заявление? То есть я занимаюсь тем, о чем вы говорите, только просто другим образом. К вам приходят какие-нибудь люди? Ну, можете не называть имен, но вообще... Да сейчас я вот расскажу. Ну, смотрите, принято... Нет, безусловно, да, вы будете сейчас отшучиваться, вы не скажете. Но принято считать, что идут за знаниями, за духовным развитием, в основном своим в женщины. И женщины, которые хотят либо выйти замуж, либо, не дай бог, проблемы со здоровьем, либо там ребенок до сих пор не устроен, не пристроен, либо за деньгами, потому что этих денег уже давным-давно нет. То есть... Счастливые люди не приходят за знаниями, успешные не приходят за знаниями. Верно. Объясните, почему не приходят успешные и счастливые за знаниями? Да потому что они сами решают все свои задачи. У человека есть два этапа по жизни. Самостоятельный и коллективный. Да. Они чередуются. Самостоятельный – это когда перед человеком стоят цели, которые он способен достичь в одиночку. Потом он заканчивается, потому что мы увеличиваем цели, увеличиваем размер и грандиозность наших целей, и однажды упираемся в предел собственных возможностей. Требуется наставник. Вот как только требуется наставник, приходят к пастору, к шаману, к коучу, там, кому угодно. Ко мне приходят, в частности. Вы кто? Для каждого человека я могу надеть удобную для него маску. Кто-то воспринимает меня шаманом, кто-то врачом, кто-то наставником, кто-то сыном, кто-то... Вы и лечите, если врачом воспринимают. Ну, конечно. Я же вам сказал, что главная болезнь в нашей жизни – это глупость. Это болезнь. Это прям болезнь. Самая большая болезнь, самая страшная болезнь, унесшая наибольшее количество жизней в мире. И принесшая большее количество вреда. Страданий, безусловно. Безусловно, это глупость. И это болезнь. Ее можно лечить, нужно лечить.
И моей главной целью жизни является вот вылечить 20 миллионов человек. Вы сейчас, пожалуйста, отнеситесь к моим словам очень спокойно. Знаете, в советские времена существовали в психиатрических больницах эксперименты. Но эксперименты, они были засняты на камеру, то есть до сих пор они есть в интернете, их можно даже поискать, в архивах наверняка в больницах есть. Вот когда приглашали довольно-таки не совсем безнадежных психически больных людей, а людей, которые были в бизнесе когда-то, людей, которые занимали какие-то посты, то есть люди, которые каким-то образом оказались в психиатрической больнице. И их предупреждали о том, что сейчас проводится эксперимент, что все это записывается и что это для научного исследования. Вот там очень много было учителей, шаманов, очень много было тех людей, которые пытались кого-то там от чего-то вылечить, кого-то чему-то научить. И это расценивалось, опять же, советскими врачами как один вид, одна из разновидностей шизофрении. Естественно, человек, который занимается и живет в этом всем, он не осознает себя шизофреником. Вообще, в принципе, люди не осознают себя ни глупцами, ни шизофрениками, ни какими-то там не такими. Вот вы никогда не задумывались, что вот какая-то такая вот желание вот это вот обучить 20 миллионов людей или уверенность в том, что вы способны это сделать, и что ваш опыт, он действительно полезен, что он граничит для кого-то, он может показаться на уровне заболевания психического. Конечно. Как вы себя сами осознаете? Вы являетесь все-таки здоровым, здравомыслящим человеком или человек, который когда-то в своей жизни, может быть, немножечко начал мыслить иначе, но не, это не есть то самое здравомыслие. Где вот эта грань? Больной человек тот, который не сомневается. Вы не сомневаетесь? Я сомневаюсь. Вы сомневаетесь? Постоянно. То есть вы ищущий учитель? Ну как? Вы сами учитесь по сей день? Как только я в чем-то уверен без сомнений, в моей жизни наступил темный период жизни. И в любой жизни так. Как только мы в чем-то безусловно уверены, не сомневаемся, все, беда с нами. Нас ждут очень тяжелые времена. Вы когда-нибудь испытывали тревогу и страх? Внутренний, необъяснимый страх? Всегда. То есть по сей день вы находитесь... Человек, который пребывает в эйфории, убежден в своей правоте, уверен в своих правильных действиях, считает, что над ним простирается там перст Божий и так далее. Мне кажется, вот такой человек прямой кандидат в Костюжены. Да. А человек, который сравнивает, оценивает, подтверждает, доказывает, сомневается, изучает, постигает. Он в меньшей степени болен. Но он тоже болен. Он тоже может быть болен. Я ни в чем не уверен, кроме моментального опыта. Угу. Вот все, что было, уже под сомнением. Все, что будет, также под сомнением. Все, что есть сейчас, мы можем на это с той или иной степенью полагаться. И по большому счету, вот стратегическая философия жизни, вот это тот способ целеустремленного метода постижения жизни, он именно основан на постоянном, разумном, здравом смысле, на постоянном подтверждении каждого своего шага какими-то здравыми фактами, подтверждающими, что ты идешь правильно, что ты развиваешься, а не деградируешь. Нравственность критерии... важна в развитии? Обязательно. Есть три грани развития человека. Материальная, нравственная и интеллектуальная. Это можно совмещать? Необходимо совмещать. Насколько? Вы знаете такие примеры в жизни? Конечно, вы являетесь таким, конечно, примером? Конечно. Это основа тех знаний, которыми я обладаю и которым я обучаю. Теперь тогда у меня гармоничное развитие человека. Материальное,
эмоционально, то есть нравственно и интеллектуально. Где отношения в этом всем? То есть вы счастливый человек, да. Вы развивающийся человек, да. Вы счастливый мужчина? Счастливый, да, конечно. У вас у меня было любовь. Очень много любви, у меня есть дети, и еще будет любовь. Но сейчас вы не сейчас влюбленный? Нет. А можно научить любить людей? Можно. Как? Необходимо. Как? Я шел к любви, к людям через путем разума, но есть разные пути. Можно идти путем страданий, например. Что такое любовь? Вот. Деньги мы поняли, примерно, вы любовь? Объяснили. Да все любовь, просто. Что это? Любовь – это сила притяжения. Это физика? Нет. Химия? Не только. И физика, и химия, и нравственность, и интеллект. В любом случае, это сила притягивающая. Любовь – это сила. Какая сила? Отталкивающая, отрицающая или притягивающая? Ну, конечно, притягивающая. То есть все достаточно просто. Что такое любовь? А мужчина любит одну женщину. Это и есть любовь развития? Или мужчине позволено любить множество женщин одновременно? И мы сейчас говорим не про духовную любовь. Мы говорим про физический контакт и про какое-то общение, да, вот эта вот связь между людьми. То есть вот то, что мы с вами обсуждали за кадром, да, вот это нравственное понимание пить, курить, беспорядочный секс и так далее. Вы как байкер, мы опять же это говорили за кадром, к сожалению, что вы как байкер, вы немножко неправильный байкер, вы нетипичный. Вы не курите, вы не пьете, вы занимаетесь спортом, вы развиваетесь, вы читающий, вы пишущий даже, потому что вы свои книги, вы издаете, издали, да, есть эта книга, вы мне ее, надеюсь, принесли. Нет. Вы путешествуете. То есть вы человек, который многогранный. И при этом вы скажете, что да, у вас в жизни был такой период, когда был вот этот беспорядочный секс, любовь. Что заставляет уходить, так скажем, из одной жизненной вот этой вот парадигмы и тем правилам, по которым вы жили, да, вот эта беспорядочная любовь, если мы говорим о любви. И сейчас вы говорите абсолютно, ну, наверное, другие. Или вы все-таки об этом же говорите? Ну, такую иллюстрацию дам. Когда мы в юности, в детстве, у нас море игрушек, да? А когда мы вырастаем, количество игрушек уменьшается, уменьшается, уменьшается. И остается одна, самая главная игрушка. Это главная цель жизни. Точно так же происходит и с женщиной. То есть вы сейчас всех своих бывших женщин назвали игрушками, а сейчас... Я иллюстрацию такую провел, и я бы не сказал, что женщина – это игрушка. Но вы меня поймали, и в следующий раз я проведу другую иллюстрацию, чтобы такой интерпретации не было. Человек не игрушка, но в любом случае, чем мы моложе, тем мы... более способны впечатляться. Угу. Что девочки, что мальчики. Нравятся и этот мальчик, и этот, и тот, и этот. Многие нравятся. Угу. Но с возрастом мы определяем более главные, основные, фундаментальные какие-то качества в человеке. И однажды мы встречаем ту самую единственную половинку своей жизни. То есть мы стремимся к единству. И вот у меня сейчас такой период в жизни, когда я... приостановил свои случайные связи уже давно, 5 лет я не имел каких-то распылений. И считаю, что в моей жизни обязательно произойдет эта встреча, которая будет той самой знаковой встречей. И дальнейшая моя жизнь пройдет уже с этим человеком. Нравственность в любви – это что такое? Преданность и ответственность. Для женщины это преданность, для мужчины это ответственность. Это нравственность. То есть мужчину преданность не касается? Не касается. Почему? А женщину не касается ответственность. А потому что есть разные задачи у мужчины и у женщины. Вы сейчас понимаете, сколько женщин не примут это, что мужчинам... Вот это вот если не примут, будут страдать. То есть мы должны, как женский это пол, вот... смириться с тем, что преданность – это не мужская прерогатива. Правильно? Ответственность – да. Почему не преданность? Вы же сами сказали, что когда ты развиваешься, ты понимаешь, что этот человек твой,
женщина твоя. И дальше не хочется распыляться на абы что. Вы сделали акцент не на той мысли. Поправьте меня. Когда мы говорим, что мужчина ответственен, а женщина предана, это вовсе не значит, что мужчина не предан женщине. Угу. И когда мы говорим о женщине, что она предана, но не ответственна, это не значит, что она безответственна. Понимаете? Да. Идет речь о том, что основным, главным, доминирующим качеством у мужчины является ответственность. Но ответственность без преданности не может быть. То есть, ну, как ты можешь быть ответственным перед своей семьей, если ты не будешь ей предан, правильно? Правильно. И наоборот. Женщина, если она предана своему мужчине, беззаветно предана, что же она безответственна? Не может она быть безответственной, правильно? Но главный акцент в любом случае иной. Что есть преданность, что есть ответственность? Ответственность у лидера, преданность у ведомого. Верно? Наверное, да. Поэтому я говорю, что доминирующие качества в любви именно вот такие. Мужчина идет впереди, он ведет за собой семью, он прокладывает дорогу, он добивает материальные блага, он ответственен за тех, кто идет за ним. Но он рассчитывает на женщину, что когда его медведь подрал, он будет принят, и женщина предана ему, она его дождется, и она его вылечит. Женщина, отпускающая мужчину на охоту, прокладывать путь, предана ему, она ждет у очага, воспитывает его детей, и она дожидается мужчину. То есть это эволюционные особенности в семье, это разделение обязанностей, и именно вот это качественное соблюдение таких обязанностей приводит к очень крепкому союзу. Так что люди, у кого в семье трудности, также могут зайти на огонек. Вот у нас сегодня эфир наш получился, наша вечерняя передача, она получилась реклама Геннадия Шатова. Ну так вы же для этого меня позвали. Мы позвали с вами побеседовать, чтобы узнать. Меня зацепила ваша фраза про глупость, что надо лечить у людей надо глупость. Надо лечить, крепко лечить. И чем быстрее, тем лучше. Тем меньше будет повреждений и страданий. А у нас совсем мало остается, к сожалению, времени эфирного. Ну тогда про путешествие. Про путешествие обязательно. Пожалуйста, расскажите сейчас, у вас готовится путешествие, кругосветка. Совершенно верно. Расскажите хотя бы несколько слов, что это будет. Ну, сейчас готовлю новый проект, кругосветное путешествие на яхте, на парусной яхте. Если я правильно понимаю, это будет первое в истории Молдовы кругосветное путешествие под парусом. И, надеюсь, многим зрителям, читателям будет интересно следить за ходом этого приключения. Это будет все сниматься, это будет транслироваться, это будет показываться? Если какой-то канал захочет его транслировать и пошлет в командировку оператора, то это будет прям целый цикл передач, и я буду этому рад. Но если этого не произойдет, то мои фотоснимки, отчеты будут на страничках в Фейсбуке, и каждый может посмотреть, поучаствовать, сопереживать всем участникам этого. Это дорогое удовольствие? Вот если кто-то захочет отправиться. Нет, недорогое. От 50 до 100 евро в день. Все. Сколько длится это путешествие? Я думаю, что порядка 2 лет. Два года. То есть это 2 года нужно оставить работу, детей, семью. Нет, не нужно оставлять работу. Взять их с собой? Конечно, конечно. И сын будет ко мне приезжать, а работать я буду прямо на... Но это вы, а люди, которые с вами захотят отправиться на 2 года. Так они тоже приедут учиться, это тоже работа. Ведь в чем смысл этого кругосветного путешествия? Привлечь внимание людей, растормошить их, заставить подняться с дивана и либо прийти на лекции, либо найти какого-то преподавателя здесь, одного, второго, третьего, сделать какой-то шаг к
к улучшению жизни. Подождите, я сейчас считаю, хотя я блондинка, я сейчас посчитала, ваше путешествие за 2 года, это примерно 100-200 тысяч евро выйдет. Если в день по 50, по 100 евро. Ну, ход ваших мыслей вам, мне не ясен. Я просто думаю расчеты. Сейчас, где, какие, как, ну, если в день у нас, получается, в году у нас 365 дней, мы умножаем на 100 евро. 100 евро это с человека. Ну, вот. Хорошо. Ну, 50 евро, от 50 до 100, там разные условия будут. То есть одно дело, если человек матросом идет, а совсем другое, если он идет пассажиром, если он... А, то есть там будет... разное будет... Ну, конечно, конечно. Кто-то все. Несет службу, у него... Он тратит свои силы, свою работу. То есть он тоже вкладывает в это? Конечно, конечно. У него там получается практически по себестоимости. Uh-huh. То есть вот 50 евро в день, туда входит ну все, топливо, марины, ремонты, паруса, ну в общем еда, все. Ночлег. Ну, вот, все туда входит. Здесь никто не зарабатывает на этом, на этих 50 евро. Это себестоимость. Они вкладывают свой труд. Когда вы отправляетесь? Вот у нас уже я так думаю, что где-то, ну, в этом году. Надеюсь. В этом году? Да. До 2018 года вы покинете на 2 года? Стартую из Испании, скорее всего. Ага, хорошо. Спасибо вам большое. Мне с вами дико интересно общаться. Жалко, что только час у нас с вами был. Я надеюсь, мы с вами еще обязательно увидимся и пообщаемся. С удовольствием. Мне было очень приятно. Спасибо. Я надеюсь, вы не лукавите. Я всегда искренен. Спасибо. Я прощаюсь с нашими телезрителями. Увидимся ровно через неделю. Это был «Век абсурда». До свидания.